И всем привет, с вами я Александр Сучков. В данном видеоролике мы сегодня опять играем в GTA San Andreas, а именно в этот тот же самый мод. Это наша третья часть прохождения в Doom. И сегодня мы попробуем поиграть в третью миссию в этой игре. Заходим, и мы уже видим то, что он опять разговаривает по телефону. Это как-то странно, потому что он каждую миссию разговаривает и показывает то, что я добегал до дома. Это как бы интересно, так что ладно. Так, здесь можно так прибежать, кто не знал. Так, значит, чё? Он должен где-то там быть? Мне так кажется. Я слышал автомат. В общем, где-то тут должен быть наш друг. Но его тут почему-то нету. Это довольно-таки странно. Вот он. Кстати, вот он, ребят. Вот он, наш друг. Но он почему-то не идет за нами. Это как-то странно. Давайте проверим, что будет дальше. Подождите. Стой, тачка, стой. Короче, мне нужна эта тачка. Похрен, я думаю, можно взять любую тачку. Давайте этого. Да, сейчас как-то. Зачем? Так, берем. Тачку. Zebra Bar. Так. Get the fever. It's the candy bar that's fun to try. И здесь ее half smooth white milk chocolate, and the other half is deep dark chocolate. Так. Где-то здесь оставляем ее. Эту тачку. Она нам пригодится. Так, наш друг вообще за нами беседим, побежит или нет? Видимо, нет. Значит, его сегодня убьют. Так, заходим на миссию. Все, что-то начинается. И сразу бежим уже к тому углу. Вот там, где у нас дофига будет наших врагов. И начинаем их уже убивать. Что там? Разобрались мы с ними. Если вы тоже проходите данное дополнение, пожалуйста, напишите об этом в комментарии. Так. Ах ты гадина. Стой. О, наш друг все-таки их замочил, смотрите. Вообще круто. Так, ладно. Так, кто там остался-то? Там тоже какая-то охрана осталась, которая стреляет наших охранников. Я пока что этого не хочу стрелять, потому что, как вы знаете, постоянно добавляются еще, поэтому я лучше не буду экспериментировать, лучше сначала убью этих. Так, нас, значит, никого не убили, а зато мы их убили. А, одного охранника убили. Так, он, и мы его убили. Все, дальше. Берем нашу вот эту пушку. И что у нас дальше идет? Так, никого нету. Так, прибежали еще охранники. Три охранника прибежало сюда с автоматами, смотрите. Охренеть, автоматы. Ну что дальше? А где наш этот? Не знаю. А где наш друг-то, я не понял. Он что, где-то в тачке, что ли? Нет, его здесь нет. А, вот он. Как он до тачки-то добрался? Смотрите, он в тачке уже сидит. Молодец. Ладно, спрятался. Побежали, тут три охранника. Какая-то охрана у нас есть. Которая приехала. Так, тачка, наверное, поможет. Так, это калаши. Это нам калаш дают, смотрите. Калаш дали. Даже стрелять не умею из калаша. Ну, то есть, смотрите, у меня даже не прокачано. Так, осторожно, здесь нету их больше-то, я думаю. Потому что их всегда обычно дофига появляется. Yeah.
еще один коллаж. Так. Так, и пошли. Все. Со всеми разобрался, я думаю. Надеюсь, их больше не будет. Наших врагов. Думаю, нет. Но даже если они будут, то как бы победить их будет несложно, потому что я один разобрался с ними всеми. Так, идем сюда. И видим, здесь нас трое их должно быть. Вот, врагов. Можно за ними последить. Это опять те же, которые были в начале. Мы берем наш калаш. Пойти, прицелиться такой. Раз, два, три. Все, троих сразу убить. Они ждали, видимо, этих, когда вернутся и скажут, типа, все разрушено, все такое. Так, давайте этого. Ладно. Садимся в наш цикл. Который мы отобрали. Все, мы прошли миссию. Наш друг останется там. Вот, он остался в тачке. Вот он здесь сидит. Там охранники пришли. Все у нас есть. Вообще было рассчитано на то, что враги пойдут сюда, и охранники начнут в них стрелять. Но это выстрелило. Ну хотя пофиг. В общем, ребят, мы вот прошли так третью миссию. Если вам нравится данное прохождение данной игры, пожалуйста, поставьте под этим лайк. Ну, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Ну, бас. Пишите комментарии под видео, ребятки. И что же я могу вам сказать? То, что я говорю всегда во всех видеороликах, это всем удачи и всем пока.